Нет, я не месь, я другой. Еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Я начал раньше, кончу ранее. Мой ум немного совершит. В душе моей, как в океане, надежд разбитых грустный. Это история одного мальчишки, который просто хотел играть в футбол. Он мог выбрать творчество и выиграть, но он решил пойти сложным путем, вопреки всему. Все люди говорили ему, что он не может. Его мама говорила ему, что он не может. Его папа говорил ему, посмотри на брата, он может, ты не можешь. Но он не слушал никого, был верен сердцу и просто хотел делать то, что получает удовольствие, за что получает. И вот к чему это привело.